На этого профессора смотрите. Сидит учёный на руках и смотрит телефон. Принцесса спит, ее успели, уложили спать, поиграли с ней. Она уснула сейчас. Ага, все в рот. Все ему надо. Сынуля, Асланчик, Аслан. Сейчас ни за что не посмотрит на него. Аля, папа, мамщ. Кадиш мамщ, папа, прося спи меня. Бай, бай. А не ты секундочку, кадиш. И вид. Вы смотрите, как племянник мужа кормит принцессу. Она и газы пускает, и кушает одновременно. Что у меня такое? Папа плясал. Папа знаток, папа уже знает, как надо кормить. Азиди, 30 грамм вода. Опа. Привет, мои хорошие. О, сынули играет с книжкой. Держи, мамина. Сегодня мы целый день дома, точнее. Я утром ходила по делам и пришла. Детки дома. Потому что сегодня целый день лил очень сильный дождь. Зулечка пошла погулять. К вечеру дождь успокоился. Сынуля ворчит. Он устал. Были родственники в гостях. И после родственников он устал. Они его затискали до дома. Что хотела сказать? Хотела обратиться, сделать видеообращение ко всем переживающим за мою подругу Зулечку. За то, что я такая... А злюка-змеюка, ее использую и езжу на ней. И не хочу ее выдать замуж, не хочу ей личного счастья. Хочу обратиться к вам всем, которые так прям очень сильно переживают за нее. Прям вот обидно им даже становится за мою подругу, что я вот такая вся нехорошая. Использую ее молодое время. Хотела к вам обратиться, если вы так переживаете за нее, за ее будущее, то, что она без мужа, как говорится, не устроена, не пристроена. Я думала, порвалась, что ли. Не устроена, не пристроена. То, пожалуйста, флаг вам в руки. Как говорится, устройте, пристройте, найдите ей достойного жениха. Я буду только рада, если моя подруга устроит свою личную жизнь. Но я этим заниматься не буду, потому что я терпеть не могла, когда меня пытались с кем-то познакомить. Единственный случай в моей жизни, когда я согласилась познакомиться, это со своим бывшим мужем. И то, знаете, вы знаете, когда семейная жизнь не получается, например, у меня с бывшим мужем она не получилась, какую-то долю вины, чувство вины все-таки человек, который вас познакомил, испытывает. Я вот по своей тете, например, знаю, она нас знакомила. Я не хочу испытывать эту вот долю вины. Чувство вины на себе испытывать не хочу. Может быть, я эгоистка, не знаю. Может быть, я отрицаю. Но кого-то с кем-то знакомить, это не моя фишка вообще. Каждый человек должен сам найти свое счастье. Или случайно где-то кто-то как-то случайно их познакомит. Конечно, я не... Сынули, подожди, подожди, мама все скажет. Конечно, я не буду против, если мой муж как-то случайно познакомит своего друга с Зулей, если есть таковой друг. Если он посчитает нужным, пожалуйста, пусть знакомит. Но говорит своему мужу, а давай-ка мы Зулечку познакомим стену на стенку, а вот у них что-то получится. Нет, я этого делать не буду. Потому что благими намерениями выслана дорога в ад, говорят. Вот. Сынуля, не нервничай, пожалуйста.
Пожалуйста, мамина. А если вы так переживаете за ее судьбу, пожалуйста, пристройте. Если, конечно, Зуля на это согласна. Ну, Зуля такой человек. У нее женихов и кавалеров хоть отбавляй. Она будет сидеть и выбирать, чем она и занимается. Солнышко! А вот и ты, да, мамина. Вот. И, наверное, вы же, наверное, все-таки понимаете, что мы взрослые люди с ней. Синуля, ну подожди, мама, поговорю. Пожалуйста, подожди, Синуля. Вы же, наверное, понимаете, что мы взрослые люди, что прежде чем ехать сюда, мы с Зулей поговорили на эту тему. Зачем она сюда едет? Она ехала сюда мне помогать домашними делами. Потому что мне нужна была эта помощь. Бесплатно это, не бесплатно это. Как многие любят писать за тарелку супа и за кровать, типа койко-место. Это не ваше дело. Мы две подруги, мы между собой как-то сами разберемся. Кто Зулю содержит, тоже это больная тема, я смотрю, у людей. Вы не переживайте. Мы девушки кавказские, у нас всегда находится в роду мужчина, который нас будет всегда содержать. Да? Солнышко, да. Так что, если вы переживаете за судьбу моей подруги, можете заняться тем, что будете искать ей хорошего жениха, достойного. Да, сынуля, ты согласен? Да, мы согласны, конечно же, чтобы тетя Зуля вышла замуж и родила моему сынуле невесту. Да? Потому что тетя Зуля хочет дочь, которая у нее обязательно будет. Да? Да. Ну все, закрываюсь я. А то он что-то очень возбужден на сегодня. Это мамина принцесска. Ты зачем язык показываешь? А, принцесса, ты зачем язык показываешь? От мамы научилась, да? Так, как смотри, какое солнышко. Какая красивая девочка. Ты моя болтушка, чего не болтаешь теперь? На камеру разговаривать не хочешь, да? На камеру ты у меня такая стеснительная. Стесняшка мамина ты, да? Да? Стесняшка? Она у меня болтушка уже вовсю огукает. Но на камеру ни за что. Усыпила сынулю. Положила в люльку. Пошла спокойно на кухню пить чай. Ой, возвращаюсь. Вот такое вот дело тут. Сынуля, оказывается, проснулся. Папа его, конечно же, забрал. И вот лежит. Наблюдает за своими детками. Дочь сосет пальчик. Знаете, что я заметила? Мы полностью перешли уже на смесь местную, вот эту Аптамил. И вот 2 дня как раз полностью на этой смеси. И у девочки постоянно вздутый живот. Постоянно. Мне кажется, эта смесь ей не подошла. Еще понаблюдаю пару дней. И если так же останется, буду менять эту смесь. Сыну нормально, сынули проблем нет. Сегодня бабуля приходила, принесла сынули машинку, но нам пока еще рано играть с машинками. Бабуля, тетя, все они приходили. Они теперь почти каждый вечер приходят навещать деточек. Сынуля! Сынуля! Ай, не мой пингвиненок! Пингвиненок мамин. Да, в этом видео будет много деток. Некоторые видео у меня бывают в основном... Ай! В основном там детки. Принцессочка моя. У него, смотрите, здесь вообще нет волосика. Бурдосочек. Потому что она постоянно же лежит. А сынуля как бы меньше уже лежит. Он полусидя, может быть. А она постоянно лежит пока еще. Ну да. Сачок, деверу. Алдяк симды. Ему надоело уже.
Утюг, мамень, утюг, тюк, 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 вот, вот. Сегодня у нас ужасная погода. А ветер у нас, ну ветер это не страшно. Точнее, дождь, дождь не страшно, и очень сильный-сильный ветер. Я несколько цветов с того балкона перенесла на открытый опа. Балкон. Опа. 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 Сейчас как пукнет. Гасчикар симды. Üç, dört, bir, aha. İki. Aha. Uf, vallahi kalktı ayağa bak koca olan. Aha. Şampiyon. Şampiyon. Еще какой чемпион. Şampiyon. Papa ждет, не дождется, когда он ходить начнет. Şampiyon, şampiyon. Şampiyon, şampiyon.